На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Меня зовут Шахманова Диана, мне 9 лет, город Москва. Сегодня я расскажу вам стихотворение Маршака «Весной». Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. Облака бегут быстрее, небо стало выше. Зачирикал воробей, веселее на крыше. Все чернее с каждым днем стежки и дорожки, и на вербах серебром светятся сережки.